сыграла простую деревенскую женщину Маргарита Шубина. У самой актрисы тоже в жизни было немало драм. Рано умерла мама, совсем не было ролей. Из трясины депрессии артистку вытащил Олег Меньшиков. «У них не было пылкого романа», – уверяла она, но красавец так сильно увлек молодую девушку, что крепкая дружба растянулась на годы, делилась она в шоу «Судьба человека». Замуж Шубина выходила дважды. Первый брак пошел прахом, зато второй оказался куда крепче. Маргарита родила и воспитала двоих мальчиков – Максима и Серафима. А этой весной стала бабушкой, у нее родился внук. Актриса продолжает играть в театре и сниматься в кино. Годы, конечно, берут свое. Ей исполнилось 57, заметны морщинки, которые она упорно старается скрыть за слоем макияжа.